Эмир Кустурица, знаменитый балканский режиссер и дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви», давно уже не радовал поклонников новыми фильмами. Но без внимания прессы все равно не обходится. Стало известно, что 1 августа на открытии рок-фестиваля «Кубана» состоится российская премьера нашумевшей панк-оперы «Время цыган» по мотивам одноименного фильма. Впервые панк-опера была поставлена в Париже несколько лет назад, после чего Кустурица не раз выражал желание показать ее российским поклонникам. Так как «Кубана» — крупный рок-фестиваль, а по сути многодневный опен-эйр, то играть актерам придется на открытом воздухе. А это ни много ни мало 80 человек, которые прилетят вместе с Кустурицей. Не считая гусей, уток и прочей живности, необходимой для создания на сцене поистине цыганского веселья. Опера — это нечто особенное, рассказывает о своем творении сам режиссер. Это история о цыганах, то есть об очень свободолюбивом народе. А раз так, то перемещение места действия на открытое пространство должно только сыграть на руку опере. Конечно, еще раз придется отрепетировать все трюки, и техническому персоналу придется сработать очень слаженно. Главное условие — сохранить оригинальное, очень мощное звучание. Эта мощь, эти полтора часа пения музыки должны завоевать пространство.